Доброе утро. Сегодня у нас 26 мая. С утра солнышко. Приехали в парк на пересечении Кусковской и Перовской улиц. Хорошо здесь у храма. Храм князя Владимира и Федора Ушакова. Вот этот парк нам здесь нравится. Здесь птички так поют. И прудик хороший. Здесь травку не стригут. Очень хорошо. Такая все натуральная природа. Слава тебе, Господи. Птенцы пищат. Птиц, скворцов, дроздов уже. Птенцы. Мы у прудика посидим. Здесь хорошо. Сегодня такой теплый день. Очень хорошо. Идем на скамеечке. Такая крыша у нас из листиков. Чайчики летают, голуби. На проверку пришел один. Уточки плывут. Маленькое семейство. Такие хорошенькие, маленькие. С мамой плывут. Мама, папа и утятки.
семейство утиное. Все маленькие еще, беззащитные. Папа там их командует, чтобы не отставали. Свой мир у них, свои радости. Но все знают Господа. Потому что Господь жизнь дает всем. Чаечки летают. Там ловят рыбку какую-то мелкую, наверное. Ну, лип уже готовится. Уже соцветия готовы. Слушаем птичек. Смотрим на прудик. Хорошо сидим. Хорошо, здесь птички поют. Это кто, скворец так? Скворец где-то. Поют. Старые деревья. Слава тебе, Господи, слава тебе. У храма елочки посадили. Хорошо, такие хорошенькие. Какая сирень здесь. Красное. Цвет такой насыщенный. Необычный. В зубной поликлинике. Какая сирень. Красавица.
шиповник красивый, беленький. Запах такой чудесный. Сегодня печет, жарко, жаркий день. Вот там вроде бы темнеет небо, может быть, дождик будет. Так очень жарко. Такая полянка уже белых одуванчиков. Розовый шиповник у нас у дома. Тоже красиво. Вот тучки появились. Может быть, дождик все-таки будет. То очень жарко, сразу резко так. Градуса 26 было точно. Тучи прошли мимо. Дождя так и не было у нас. Так в жизни бывает, что-то напугает. Потом все проходит. Всем всего доброго.